Всем привет! Сейчас покажу самый недорогой дом в Крымске со всеми удобствами, которые находятся в доме. Вот такой дом получается. Там, смотрите, природа. Дом по низу рынка. По крыше видим шифер. Ворота металлические. Отмостка. Окна видим все пластиковые, ворота металл. Так, по соседству видим хорошие дома. Также есть хозпостройки, участок. Давайте сейчас покажу дом. Так, дом. Заходим, здесь коридор. Далее, проходная комната. Ну, она как кухня. Сейчас свет включу. Сейчас я пойду там, свет включу. Сейчас свет включим. Обои поклеены, пол линолеум, батареи видим чугун. Сейчас свет включу, тоже более посмотрим. На данный момент здесь никто не проживает. Так, два окна здесь. Так, вот свет включили, смотрите, вот такое состояние потолка, батареи, радиаторы, чугун, газ здесь в этой комнате в кухне есть. Так, это входная дверь, это отсюда я зашел. Дальше слева, покажу слева направо, здесь получается удобство, душ-кабина и здесь котел. Душ-кабина стоит. Канализация выведена. И одно окно. Так, далее. Также везде в каждой комнате видим линолеум. Потолки где-то 2,40 здесь, в этой комнате. Потолочная плитка. Два окна пластиковые и две батареи чугунные. Так, получается раз, два, три, четыре. Две изолированные и две проходные комнаты. Так, через эту комнату здесь проходим, здесь спальня. Везде видим, ремонт сделан косметический, то есть обои поклеены. Потолочки сделаны, пол линолеум. Всем привет! Сегодня у нас запуск розыгрыша. Раз в две недели буду разыгрывать 1000 рублей. Для участия вам в нем нужно будет сделать всего три простых шага. Сохраните мой номер телефона в своих контактах 8-938-144-22-51. Подпишите Максим Риэлтор, либо Максим Агентство Классика Юга, либо Максим Классика Юга. Второе, сделайте скриншот экрана и отправьте его мне в WhatsApp. И я уже вам в ответном сообщении отправлю номерок для участия в розыгрыше. И в воскресенье мы при помощи рандомайзера определим победителя. Спасибо за участие и удачи всем участникам. Чистенько, аккуратненько. Так, две комнаты большие получается. И три даже большие комнаты. И одного спать. То есть по квадратам я все оставлю в описании. Здесь уже видим потолок натяжной. Обои. Два окна. И вот еще одна спальня. Тоже потолок натяжной. Одно окно. Вот в таком состоянии дом. Цена ниже рынка. Прям низ рынка. Сейчас покажу еще участок. Так, здесь хозпостройка, лавочка. Вот так дом выглядит со стороны участка. Можно шубу накидать, там декоративную штукатурку, как вы хотите. Так, по участку, смотрите, участок примерно 6 соток. Ну, более точно я укажу в описании. А здесь получается туалет и здесь сарай. Ну и здесь вот получается, как можно с этой постройки сделать баньку. Можно снести. Все как вы. Все на ваше усмотрение. А здесь есть септик, есть
вода вот на улицу